Станция метрополитена Пролетарская. Пролетарская находится на Невского-Селестровской линии между станциями Ломоносовская и Обухова. Проектное название станции было «Завод большевиков». Глубина заложения станции 76 метров. Станция Пролетарская открыта 10 июля 1981 года. Станция закрывалась на реконструкцию 25 августа 2005 года по 17 ноября 2006 года. Тип станции – колонная, трехсводчатая, глубокого заложения. Станция имеет выход к проспекту Обуховской обороны и улице Чернова. Станция находится в Невском районе Санкт-Петербурга в Обуховском округе. Станция была открыта в составе участка Ломоносовская, Обухова, Невского, Селестровской линии. Также станция носила звание самой глубокой в петербургском метрополитене до 2005 года. У вестибюля станции останавливаются автобусные маршруты номер 11, 48, 51, 53, 97, 115, 115А, 117, 189, 327 и 328. Также трамвайные маршруты номер 24, 27 и 39. Также коммерческие маршруты номер 5, 11К, 53, 97, 170, 185, 220Б, 239. Станция открыта для входа и выхода пассажиров с 5:35 утра до 0:30 ночи. На юг со станции можно уехать в Обухово и Рыбацкое. На север можно уехать к станциям Ломоносовская, Елизаровская,
Площадь Александра Невского с переходом на Пробережную линию. Маяковская с переходом на Кировско-Выборгскую линию. Гостиному двору с переходом на Московско-Петроградскую линию. Василеостровской, Приморской, Новокрестовской и Беговой. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Ломоносовская. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пролетарская.